Всем привет! Я позвал подписчиков телеги поиграть в прятки в бизнес-центре Кордс. По правилам разрешено прятаться только там, куда можно забраться на своих двоих, то есть без использования летающей техники. Водящий убирает мини-карту и отображение игроков. Искать можно начать только после того, как все спрячутся. Время на поиски не ограничено, задача найти всех. Ну и конечно же не обошлось без того, что в правилах не запрещено, то гениальный мув. Но некоторые штучки из этого видео советую запретить, если соберетесь играть в прятки. Ролик получился интересным, поэтому заранее ставьте лайки и всем приятного просмотра. Ссылка на телеграм-канал в описании. И, разумеется, приятного аппетита тем, кто смотрит видос во время приема пищи. Собственно, правила какие? Те, кто прячется, они могут прятаться на всей территории бизнес-центра, используя только... те места, в которые можно залезть пешком, то есть на своих двоих. Вот, собственно, у вас время как бы спрятаться не ограничено, то есть пока все не спрячетесь, я не поеду вас искать. Вот, искать я буду без мини-карты и без отображения игроков. Вот, собственно, такие правила. Так, сейчас Фиаби будет искать. Да, я спрячусь туда, куда я хотел. Ой, а территория-то реально большая. Я тут замучаюсь вас искать. Да, так. Всё, я там, где я хотел. Сейчас Ваня, у меня аномалия произошла. Так, все, я ищу. Время искать. Всё, я спрятался туда, куда я, из-за чего я умер. От первого лица, мне кажется, я буду лучше видеть. Так. Такс. Же за территорию точно никто такой умный не нашелся, который просто, знаешь, за забором встал. Надеюсь, нет. А чё все в паузе? Вроде бы нет. Потому что все за мной следят. Так, вы спрашивали про лабиринт. Значит, стоит начать с него. Проверить каждый уголок. Я пиццу кушаю. Ого, я слышал стук какой-то. Почему молчать нельзя? Так, я видел, откуда бежали боты. Контент нужен. Они бежали отсюда. Значит, я пойду проверять здесь вот так вот. Тем, кто ест, конечно, приятного аппетита, но было бы прикольнее, если бы вы это мьютились бы, когда жуете. Так. Ну, я про это и говорю, что я замутился для того, чтобы не было слышно, как я кушаю. А почему остальные молчат? Я не знаю. Так, что у нас тут? Я ем. Где вы можете быть? Да. Ну да. А прессор не считается. Угу. Атомизатор считается. Да. На атомизаторе можно куда-то запрыгнуть. Так, это охранник, да? А не кто-то из вас косит под охранника. Это было со мной на киностудии, помнишь? Такс. Где у нас тут кто-нибудь? Ну перепрячься, пока я тебя не видел. Ты же видишь, где я хожу. Так. И сейчас я стал смотреть в оба. Сейчас кто-то падает просто. Не, я падать сегодня не собираюсь. То же самое. Интересно. Какие? Так, интересно, где вы могли спрятаться? Где вас всех искать? Есть люди.
Не, я, конечно, догадываюсь об одной хитрой штуке. А какой же? Не-не, я тебя попробую так область. Найти. Я попробую вас Ваня, так всех Ваня. Найти. Все, да хорошо. Не, нормально, ты не. Все, я сейчас тогда найду. Я найду. Не, не переживай. Работает ФИП. Вань. Что? Это. О, я придумал кое-что. Кое-что придумал. Кого первым найдут, тот воду или того, кого? Нет, ты не нарушил правила, я так сказал. Я нормально все. Знаю, как вас искать. Алло, Ваня, ответь на вопрос. Что? Тот, кого первый найдешь, этот футы. Будет водой, да? Да. Все. Так, я иду искать. Кого первого найду? Кого шокнул? Ой, я под карту упал. О, вот кто будет вода. Водящего считаешь, что водящий тебя нашел. А, все, меня нашли. Вот кто будет вода. Я могу расслабиться. Я шокером стукнул, а он под карту упал. Так что я не виноват. Робот, как ты так? Ага. Рома так, просто... Знаешь, что? Но Рома нашли, выходит. Так, я кажется, я знаю, где ты, Антон. Ты где вот это вот кварц купол, да? Стекло. Ты там, на самом верху. Где кварц вывеска. Ну я тебя как бы вот отсюда вот так вот краешком как бы вижу, поэтому я, а учитывая, что ты сказал, что ты высоко, нет, не надо меня хэдшотить. Вот шокером я туда явно никак не попаду. Парализатором сбрось. Это надо. Со снайперки выстрелю. Да, можно. Мне интересно, я еще кого-нибудь найду? Я вот с крыши только двоих увидел. У меня, конечно, появилась хитрость. А, я же в лабиринт так до сих пор и не дочекал, точно. Ай, персонаж упал. Я еще жив. Так. Вот то чувство, когда не знаешь даже, какой прыжок может закончить жизнь. О-хо-хо. Ну да, вам видос потом понравится. Я мастер пряток, я вас всех найду, я уверен. Только, Ром, давай ты... Здравствуй, Серега. Будешь, я тебя нашел. Окей, я тоже хотел... Зелененький был. Я только хотел Блицу сказать, типа... Это... Все, можешь пока пойти позаниматься своими делами. Я пошел искать остальных. Я не Блиц, я Тимофей. А, вот все. Так. У меня просто купил. Я думаю, наверное, здесь уже никого нет, ну как думаю. Так, Ром. Я чую это. Я понимаю, я по тебе выстрелил наводкой, но может ты меня простишь? Так. Ну пожалуйста. Сейчас мы выйдем, как пришли. Ну пожалуйста. Интересно. Вы, может, это сейчас успокоитесь? Я хочу вас всех найти. Слышите меня? Прости. Я хочу вас всех найти, слышите? Вы что делаете? Успокойтесь. Я же вас так вычислю. Вы сами себя спалите. Неправда. Ну, пока я никого не вижу. А мы тут с кое-кем просто типа. У меня есть подозрение, что вы где-то. Ну вот где-то. Просто тут уже начинается третья мировая война. Да я по Роме случайно шутку разорву, сказал, говорю же. Она слишком смешная была, что он разорвался на атомы. Погодите, а Павел с нами играет?
Инкассация. Патрол. Иван Патрол. Но я его самым первым нашел. Он будет водой. Да, его уже нашли. Он готов. Так. Мне вот интересно, еще кого-нибудь из вас-то вообще найду? Я пока вас не вижу. Никого. Хотя... Да, ладно, потаскай бизнес-складку. Есть подозрения. Времени дофига. Интересно, кто-нибудь... Я так надеялся, что ты не зайдешь в этот лабиринт. А, когда я из него ушел, не проверив до конца? Да? Хотя ты был так рядом первый раз, только не повернул в мой поворот. Пробежал мимо так, а? Я думаю, пронесло. Интересно, кто-то из вас в машине какой-нибудь заныкался? Очень интересно. Там же машины были много припарковано. Нужна тонировка и сесть на заднее. А с тонировкой ботовские не ездят. Так, интересно, здесь я могу пройти или... А, могу, наверное. Ну-ка. Слушай, я слышу звуки. А что это? Да? Кого-то машина где-то едет. Тут машина стоит. Ага. Так. Но мне надо аккуратненько как-нибудь. Аккуратненько. Так. Блин, мне копов дали. Пригнулся, да? Чтобы я тебя типа не увидел? Ты еще такой черный, я тебя не сразу заметил. Что знаю. Понимаешь? Да, я поэтому и выбрал такой костюм. Но все-таки спалил. Ты машину, надо было тебе эту машину не вот так вот поставить. Слишком приметно. Понимаешь? Машина слишком большая. Я-то думал, мне придется тут искать по всей парковке машину. Потому что вы говорили что-то про стекло. Нет, я... Не, ну что, у тебя хотя бы не первым нашли. Так, меня хотя бы четвертый нашли. А сколько еще не нашел? Сколько у вас еще осталось? Двоих еще не нашел. Двоих? Троих. Тимофея и еще одного Тимофея. Троих? А тебя? Да, меня не нашли. И Стусимана не нашли. Скрипинкин называется, да. Меня не Стуси. Для меня это всегда был Стуси. Грусть. Я, что тут с машиной? Бывает. Все, иди занимайся своими делами. Окей, я поехал. Я пошел искать их повсюду. Охранника сбивши. Мне свою машину возвращать в хранилище, просто Шэдоу прятался в моей машине. А-а-а. Ну, возвращай. Я ему еще в GTA написал ГГ. Да, я ему тоже. Когда я начал пытаться сесть в машину, да? Нет, когда ты сказал про машину. Про то, что... Да, про то, что кто-то... Может, кто-то в машине спрятался? Я написал ему ГГ. Ну, не повезло, не фартовно. Мне розыск вообще дали из-за того, что я по стеклам стрелял. Вот мне теперь интересно, я куда заныкались вы? Ой, вот куда я вы могли заныкаться? Давайте какую-то подсказку. Ну, просто я могу дать подсказку про себя. Маленькую. Да не надо, я сейчас... Я чувствую одного, я вот прям почувствовал, понимаешь? Все. Нутром чую, очень сильно. Вы когда будете смотреть видос, вы просто опупейте с моего высокого IQ, насколько я вообще гений. Как я вас... А на эту вышку можешь добраться без опрессора? А? Нет,
Да, туда я не знаю, как. Жителям приятного аппетита. Если меня будет слышно, жителям приятного аппетита. И приятного просмотра ты забыл. Как можно пожелать приятного аппетита без приятного просмотра? Я уже чую двоих. Так я же сказал, без приятного... Ой, без приятного аппетита. Вы, наверное, аппетита смотрите, я хожу тут где-то рядом с вами. И не могу найти, да? Я пойду тачку. Блин, вот отвезу. Вот я, знаете, я вот как будто, знаете, кого-то видел. Вот там, где я сейчас нахожусь. Но никого найти не могу. Кто стреляет? Ладно. Я не знаю, но я сейчас... У меня это выключено, я прям слышу пулемет какой-то. Это Иван Патрон на Долоре. Можешь, да. Можешь выйти отсюда? Иван Патрон? Да, я? Ну да, а то Рома, ты мне мое вот это вот... ветер. Чирку сбиваешь. Ветер, да, отвлекаешь. Мне, я пытаюсь с помощью неписей понять, где они ныкаются. Ваня всегда был гением, он спрятался в коробке. Я одного увидел. Так сказал, как догадывается, кто? Явно не я. Что с тобой, Серега? Это такое. Чувствует? Чувствуешь? То ты не был, я тебя нашел. Я, наверное, знаю, у кого нашел. Так, а кто это? А, это Стрибиш. Стрибиш, да, Стрибиш. Ну, все, я тебя нашел. Это было очень сложно. Давай, но я... давай чуть-чуть резим зону, окей? Да не надо, я ищу. Тебе мешай. Я... Моя задача найти вас это всех. Я чую что одного. Вы очень сильно. А вы вдвоем, что ли, там рядом? Нет, ну. нет. Ну вот, я скажу, что я искал одного, и вот я одного из вас, можно сказать, ну, что-то предполагаю, где находится. Вот где один из вас предполагаю. Это... Я не знаю, что это за песня по названию. Не очень. Вы когда видос потом посмотрите, вы просто, ну, реально поймете, что у меня очень высокая IQ. А как но я тут... Мы не возле друг друга. А как я туда залезу? А, мне же по правилам не запрещено же вообще прессором-то, наверное, пользоваться. Ну, чисто логически, да? Он мне просто... Я просто... Не очень звучит, честно говоря. Ну, у меня просто есть подозрение, я нашел отличное место, куда лично я с помощью атомиза... А, блин, знаете, в чем минус? Я заказал опрессор, но я же без мини-карты, я не знаю, где он. Ну, так скажем, мы не можем тебя. Я... То есть, атомизатором я, кстати, не пользовался. Насчет Тимофея не знать. Вафи, ты использовал атомизатор? Ой, я нашел свой опрессор без мини-карты. Что, Тимофей? Как это модно сейчас говорить, да? Сигма? Не использую. Ну мы вдвоем не использовали атомизатор. Только может ты не будешь искать на опрессор, это не очень звучит. Не, я его использовал чисто, чтобы залезть в одно место, в котором бы, ну, лично я бы заныкался бы в нем. Кендер, привет. Слушай, ну тут никого нет. Интересно. А я бы заныкался бы здесь. А я фигарю, кому на походу много. Я бы реально здесь... Надо быть достаточно неожиданным для того, чтобы тебя не нашли. Я бы реально здесь заныкался, кстати. Надо это... Надеюсь, никто не смотрел, где я был. Ну, мы с Тимофеем смотрели, но в любом случае Рома будет... Но мне кажется, это супер, это имба, ниночка. Это имба, ниночка. Имба, ниночка. А ночное зрение? Имба, ниночка. А зачем тебе ночное зрение? Хороший вопрос.
А мне просто интересно стало. Имба, не нычка у вас. Тепловизором нельзя так. Она не помогает тебе, а отчасти ухудшает, так что в теории да. Так. Ну это бессмысленно. Что-то у вас какой-то странный этот разговор пошел. Мы просто слишком неожиданны. Вроде правила рассказывал. Да, я знаю, но про ночное зрение ничего не говорили. Вы вообще прячетесь, вы можете, наверное, все что угодно там использовать. Мини-карту, не, ну карту, да, шмакарту. А тот, кто ищет ночное зрение, может использовать? Ну, наверное, ну, слушай, мне ночное зрение не нужно, знаешь почему? Потому что у меня всегда день. Вот. И всегда солнце. Мне всегда солнце светит. О. Вау! Слушай, Антон, на самом-то деле я мог тебя легально найти. Потому что, смотри, я нашел способ, как туда залезть. Я нашел. Ля. Тимофей. Это же имба просто. Если тут никто не заныкался, то я даже это... Я уже даже не знаю, где вас искать. Но я бы здесь где-то заныкался бы, отвечаю. Слушай, а кто-нибудь вышло из вас перепрятывался? Нет, я не перепрятывался. Я не, я просто, потому что я как бы вроде как кого-то, чего-то... А я хотел, я просто, я пользовался этим оптическим прицелом на снайперке, я вот как будто вот здесь видел чью-то руку, а вот только где? Или мне показалось, и я уже шизик. О. Здравствуй. А я явно не твою руку видел, но... Нет, не любой тепловизор нельзя использовать. Так, здрасте. Да, стоп, остался, получается, только блиц, скорость без границ? Да. Блин, а где ж ты можешь быть? Ты возле меня проходил только один раз. Я возле тебя но проходил? Тебя я видел. Но тебя я видел два раза. Ты меня видел два раза? Да. А я тебя вижу. Я упал! Кто на самолете прилетел? Но я тебя нашел, я тебя нашел. Ты там стоял у стенки. Да, как тебе место? Неплохое. Вот кто на самолете походится? Ну, в общем... Ставьте лайки, чтобы ролики выходили чаще. И подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали.